Всем привет, друзья! Сегодня будем варить пирамиду для перевозки пластиковых окон для газели. То есть вот мне привезли металл 6-метровый, профиль 40 на 20, стенка двойка. Вот такой я начертил рисунок. То есть, ну как бы все примерно согласовали с человеком. Он говорит, да, все, ништяк, все пойдет. Если кому-то надо, рисунок такой, то есть примерно 1840, ну 1800, высота всей конструкции, ширина 1860, длина 3 метра, то есть кузов у газели, для которой это делается, там 3,10 длина получается, а ширина 1940 или 1960 вроде, то есть вот, как бы вот так должно быть. Главное соблюсти, чтобы вот здесь был угол 90 градусов. Как вот так вот. И расстояние между вот этими треугольниками 750 получается. Короче, все это будем сейчас делать и варить. У нас получается на всю эту конструкцию примерно 72 метра металла. Ну, получается 75 метров пока купить. Посмотрим по ходу действия, сколько выйдет материала. Так, выставляем сам этот треугольник. Так, подальше я вас подвину. Ага, все видно. То есть ищем вот у этой палки нижний центр, вот центр. Ставим вот так перпендикуляр. Смотрим. Немножко сюда. Так, вмеряем длину, чтобы было четко. С угла на угол, так, 254. Чуть-чуть надо подвинуть. Вот так вот. Оп. Все, вот эта палка у нас тоже лежит ровно посередине. Здесь отмечаем 120, там отмечаем 50. Ну или 60, не знаю, сейчас посмотрим, как будет все это выглядеть. Так, кладем. И вот так кладем. Получается у нас вот такой треугольник. То сейчас вот здесь вот маркером вот так отметим, отрежем. Здесь также отметим, отрежем. Так, и здесь у нас получается вот 120 ширина. Ну все пока примерно. То есть сейчас тоже вот так отрезаем. А вот этот кусочек надо будет сместить и тоже отрезать. И главное сварить вот первый треугольник, вот этот вот геморройный. А уже по нему потом все будем другие части варить. Сейчас я их нарежу, подготовлю. Все нарезал. То есть вот так вот у нас все дело получается. Лайфхак. Короче, взял вот эту палку, пока еще не приварена. Сразу положил и отметил вот с таким углом. То есть, чтобы каждый раз уголочек не отрезать. То есть, здесь угол одинаковый отметил. Дальше тоже угол сразу отметил. Короче, пилим угол готов уже на одной палке и на другой палке. Останется только распилить, будет у нас боковушки. Выставил все по диагоналям. Измеряем диагональ. Оп.
Бамс. Смотрим. 208,5. На эту диагональ. Оп. Смотрим сюда. 208,5. Главная диагональ в нашем деле. Все, сейчас прихватываю на прихваточке. Потом пилим вот эти боковушки, есть такие должны быть, под 90 градусов вот здесь. И две перемычки посередине. Продолжаем. Так, поставил такие перемычки. Сейчас покажу по размерам, что. Поставил вот эти укосины по бокам. Главное, чтобы здесь было 90 градусов у нас. Все, 90 градусов. И вот здесь сделал выпил. Так как вот это здесь я проварю, а вот это встанет на сварку. Ну и с той стороны, соответственно, также. Так, а по размерам потом сейчас все сварю, прихвачу, скажу размеры. Ну, в принципе, один треугольник готов, надо их 5 штук. С этой стороны проварил, с той пока не проваривал. То есть я его сейчас переверну и на нем буду следующий треугольник варить. Чтобы никуда ничего не уехало. А потом уже буду проваривать в ту сторону. Я думаю, что не развалится. По размерам, что у нас? Мало ли кто-то будет, если делать. То есть вот это у нас косина 63,5. 63,5. Вот эта общая высота получается 17, серединка 9. Так, вот эти перемычки я поставил вот от этой части 58, дальше от этой 58. Поверху. И вкладываться будут поперечины. Вот эти поперечины. Они будут у нас ложиться вот на эти перемычки. Вот сюда. Сюда, сюда. Сюда, сюда. А здесь вот под эту. В принципе, такая конструкция. Расстояние вот это сделал 60. То есть по чертежу было 450, что-то решили, что мало. То есть здесь у нас получается 60. Края 63. Ну, вот это у нас получается 64. То есть 64 минус здесь дюймовка будет доска. Ну, грубо говоря, там 61. Сантиметр остается у нас на окна, то есть будут 61 сантиметр вклад сюда ставиться. Все сварил, все эти пирамидки. Вот крайний остался. Швы нормально пойдут, я думаю, не развалится все это дело.
теперь у нас что получается, когда вот здесь снизу варили, ее скрутило. Вы видите, лыжина какая. То есть она стала дугой. Надо ее теперь перевернуть и выгнуть в обратную сторону на кирпичики. Все готово. Все стало ровненько. Те штуки я так уже выгнул. Стало ровно, офигенно, чтобы все было по фен-шую. Теперь их надо ставить и собирать. Нарезал холсты по 3 метра. То есть у нас длина вот этой всей конструкции будет ровно 3 метра. Но они, опять же, лыжные были. То есть пришлось их также на кирпичи ставить и выгибать. Блин, ветрище у нас капец вообще. Короче, всю ночь ветер. Такое ощущение, что крышу оторвет. Всю ночь не спал. Немножко отошли от темы. Ладно, фиксим. Так, ветер очень сильный. Выставил вот эти две направляйки, ну, чтобы все, короче, в горизонте было. Поставил первую вот эту, ну как, рампу, пускай я буду называть, ровно по вертикали, то есть здесь сейчас у нас 90 градусов. Приварил вот такую на прихваточку палочку, чтобы она не моталась. Поставил дополнительные секции, потом, потому что их уже не вставишь. И сейчас будем вот туда на край ставить вот эту крайнюю секцию и начинать сваривать. Одному неудобно, но я всегда все делаю один. Такой вот я. Вот так вот нехитрым способом можно одному начать сваривать вот эти вот перемычки. То есть здесь у нас расстояние 750, все я отметил. Сейчас померяю диагонали, то есть с этого угла до того угла и с этого угла до того угла, чтобы была диагональ. И вот такие же перемычки по 750 сейчас вон на тех отмерю и буду ставить вот сюда вот. И посередине. И все это дело обваривать. Как бы вроде все просто. Так все получается. Ровно, офигенно. Без перекосов, без всего.
сейчас у нас прихвачена вот эта перемычка и вот эта вот нижняя перемычка, чтобы можно было двигать всю конструкцию. То есть выставил все по диагоналям, все классно, ровно, офигенно, проверяем. Так, зацепляем вон за тот уголок. Оп. Тянем. 352, ну, с половинкой. 352 с половинкой. Идем на эту сторону, мерим диагонали. Так, 352 с половинкой. Чуть не хватает. Капец, как неудобно одному. Так, 352 с половинкой. Вот так вот меряем. И здесь мы меряем. 300. В принципе, прямоугольник, я думаю, соблюден. Все, сейчас все обвариваем и все офигенно. Конструкция готова. Все четко. Параллели все соблюдены. Это у нас будет вперед. Вот так вот оно все выглядит. Я думаю, офигенно. Лучше не было. Все тут совпадает. Все четенько. Дополнительно вот такие штуки сварил, то есть их будут, вот эту пирамиду будут крепить такими скобами прям за раму, то есть двойные, по ширине рамы они получаются, и он там как в двух местах, но некоторые вообще ее не крепят, прям так кидают, как бы все, тяжелый пипец, ну килограмм 150, наверное, мне кажется, может больше, не знаю, короче, один я ее поднять не могу. Друзья, понравился видос? Ставим лайкос, подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. До свидания.